целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД провели занятия для воспитанников детского сада «Радуга». В этом году у нас основные мероприятия будут направлены на безопасность детей-пешеходов. Они будут проводиться в рамках пешеходных экскурсий, занятий по правилам дорожного движения, именно с тематикой безопасного поведения детей на дороге. Обучение детей правилам дорожного движения – это вообще очень важно. Тем более это пройдет для детей подготовительной группы. Дети, которые уже в ближайшем будущем пойдут в школу. И, конечно, им ориентироваться за территорией детского сада очень важно. Занятие проходило в игровой форме, так как маленьким детям будет проще усвоить и запомнить информацию. Ребятам загадывали загадки, рассказывали о значении дорожных знаков, объяснили, что играть на проезжей части нельзя, а также раздали памятные листовки и напомнили о ношении одежды со светоотражающими элементами. Помогали проводить урок участники из отряда юных инспекторов дорожного движения Видновской школы номер 7. Почему я согласился? Потому что это все-таки бравое дело, отважное. Учить детей ПДД и разъяснять. Вот. Все-таки в нашей стране и, в принципе, любому человеку нужно учить правила дорожного движения. Дошкольники получили массу впечатлений от встречи. Мне больше всего понравилось ходить на лыжах. А еще что? Еще мне понравилось собирать дорожный знак. Подобные мероприятия способствуют формированию у детей с раннего возраста навыков правильного поведения на дороге. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.